се на Тебя, да не погибнем, но да изгнаемся Тобой от беды, Ибо есть и спасение рода христианского. апостольного апостола и евангелиста Матфея, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. От Матфея святого Евангелия чтение. Вечер субботный, светающий воедино от суббот, придя Мария Магдалина и другая Мария, видите гроб, и все трус быстивели, ангел бо Господень, сшебе с небесе, и приступле Иисус рече им глаголя, дадеся ми всяка власть на небеси и на земли, шебеше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их блюсти все велико заповедах вам, и сия за с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь. Послан бысть ангел Гавриил от Бога во град Галилейский, ему же имя Назарет, к деве обращение мужеви, ему же имя Иосиф от дому Давидова, и имя деве Мариам. И вшеде к ней ангел рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. По глаголу твоему и отыде от нее. Богородице и преснодеве,